все лентяи хотят быть кошками, потому что эти животные 70% своей жизни проводят во сне. С вами профессор Гуглов. Мы начинаем. Поехали! А в прошлом видео самым внимательным был вот этот подписчик. Именно он самым первым нашел три лампочки в прошлом видео. Поздравляю тебя! Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и дураков, которые готовы работать, не богатея, сказал однажды Бернард Шоу. Если вы относитесь к первой группе, тогда, возможно, это видео вас не заинтересует. Ну а если же вы принадлежите ко второй, тогда смотрите это видео до конца. Недооценивать свои профессиональные навыки. В книге «Секреты женщин, зарабатывающих шестизначные суммы» Барбара Стэнни рассказывает, что у женщин, которые мало зарабатывают, есть много общего. Многие из них соглашаются на маленькую зарплату, потому что недооценивают себя в профессиональном плане и считают свои достижения в работе простым везением или совпадением. Также многие женщины уверены, что они не обладают достаточной квалификацией, чтобы занять ту или иную должность. Такой подход мешает им попросить поднять зарплату или попробовать себя на высокооплачиваемой должности. Что касается мужчин, то они склонны переоценивать свои профессиональные способности, и эта стратегия чаще позволяет им достигать успеха. Работать бесплатно. Эми Морин, автор книги «13 вещей, которые умные люди не совершают», считает, что работа за спасибо указывает на недостаток профессионализма. Ведь вы тратите свое время, знания и способности, и способствуете процветанию компании, и при этом ничего не получаете взамен. Помните, любая работа стоит денег, и подобное предложение можно принять только в исключительных случаях. Просто задайте себе вопрос, стоит ли полученный на этой работе опыт ваших затраченных усилий? Если да, тогда есть смысл какое-то время работать ради знаний и опыта. Но не затягивайте этот период, вы все же заслуживаете денег за свой труд. Бояться попросить о повышении. Начальника иногда просто страшно вообще о чем-то простом попросить, не говоря уже о повышении. Однако такой разговор необходим, если, к примеру, круг ваших обязанностей расширился, а зарплата осталась на прежнем уровне. Если вы ждете удобного момента, чтобы поговорить об этом, тогда вот вам совет. Просить о повышении оклада стоит в пятницу в первой половине дня. Не лучшее время для такого разговора в понедельник, во время обеда или до того, как босс выпил свой утренний кофе. Разумеется, здесь многое зависит от характера и занятости вашего начальника. Просто дождитесь, когда у него будет хорошее настроение, и действуйте. Забывать, что время тоже деньги. Исследователь в области информационных технологий доктор Питер Кохрейн считает, что в мире существует два типа людей. Те, кто тратит кучу времени, чтобы сэкономить немного денег, и те, кто тратит любые деньги, чтобы сэкономить немного времени. При этом более продуктивными являются люди второго типа. Представьте себе, что вам нужно забрать какой-то товар, который находится на другом конце города. Его стоимость равняется $1. Но чтобы забрать его, вам нужно потратить на дорогу 2 часа. Или же вы можете сэкономить время и потратить $5 за доставку. Что вы выберете? Конечно, первый вариант кажется более привлекательным, но если час вашего рабочего времени стоит $10, вам гораздо выгоднее потратить эти 2 часа на работу. В общем, не забывайте ценить свое время, потому что его легко потратить, но трудно вернуть обратно. Постоянно засиживаться на работе допоздна. Презентеизм – это явление, когда человек проводит на работе много сверхурочного времени, причем даже когда болеет. Причин этому может быть много. Неумение планировать свое время, желание показать себя гиперответственным работником или уверенность в собственной незаменимости. В любом случае, такие переработки не помогут вам заработать больше денег. Шерил Сэндберг, единственная женщина в руководстве Facebook, рекомендует вместо постоянных вечерних посиделок в офисе выработать свое собственное расписание. Такой подход ей самой помог спланировать свою работу, увеличить продуктивность и пробиться наверх по карьерной лестнице. Смотреть вперед вместо того, чтобы оглядеться по сторонам. Большинство офисных сотрудников старается вскарабкаться по корпоративной лестнице, идя вперед и никуда не сворачивая.
Джейсон Деймерс, основатель и директор Audience Bloom, считает, что такое туннельное мышление ограничивает индивидуальное развитие и не дает зарабатывать больше денег. Интерес к областям, которые не обязательно должны иметь отношение к вашей работе, только способствует вашему дальнейшему карьерному успеху. Во-первых, это может принести вам дополнительный доход, а во-вторых, люди, которым интересен окружающий их мир, имеют более широкий кругозор и быстрее достигают высоких результатов. Поэтому по мере возможности расширяйте свой кругозор. Дополнительные знания еще никому не навредили. Не задавать себе самый важный вопрос. Вы когда-нибудь садились и задавали себе вопросы, что вы думаете о вашей работе? Если бы у вас было много денег, вы занимались бы этим делом? Если нет, подумайте, а чем бы вы хотели заняться? Не тратьте свое время на работу, которую вы ненавидите. Начните делать то, что вам нравится, и к вам придет успех. Все очень просто. Если вы любите свою работу, то будете выполнять ее с гораздо большей радостью и вдохновением, а значит, ваша продуктивность вырастет. Тогда ваш начальник, увидев ваш искренний интерес и энтузиазм, будет заинтересован в вашем профессиональном росте. Считать деньги главной целью. Разумеется, деньги важны, ведь недаром английская поговорка говорит, что они заставляют мир крутиться. Деньги могут открыть для вас множество дверей, но они не должны быть первостепенной причиной, почему вы занимаетесь своей работой. Самый неразумный подход – это держаться за работу только потому, что с ее помощью вы зарабатываете деньги. Помните, потраченное время не вернешь, поэтому старайтесь выбирать проекты, которые вам по-настоящему интересны. Ваше искреннее увлечение работой не останется незаметным, и тогда ваши шансы на карьерный рост заметно возрастут. Жить по привычному сценарию. К комфортной жизни очень легко привыкаешь. Когда каждый день следуешь по одной и той же дороге, вам не хочется свернуть на идущие от нее тропинки и изучить их. Но не забывайте, ничто не остается неизменным, мир постоянно меняется. Сегодня вам денег хватает, но кто знает, что принесет вам завтрашний день? Может, у вас возникнет внезапное желание объездить мир, или вы захотите родить ребенка? Осознание этого факта даст мощный стимул начать двигаться вперед вместо того, чтобы сидеть на одном месте. Поэтому каждый день старайтесь делать немного больше, чем вчера. Это даст вам толчок начать двигаться по направлению к успеху. Уходить в работу с головой, прячась от проблем в личной жизни. Как часто вы используете работу как средство отвлечься от проблем? Такой подход может весьма эффективно помочь вам забыть о трудностях, но вот только при этом ваша продуктивность значительно упадет. Дело в том, что согласно исследованию Американской ассоциации психологов, счастливые люди зарабатывают больше своих грустных коллег. Все потому, что трудно чем-то заниматься, когда ваши мысли в другом месте. Поэтому, чтобы изменить эту ситуацию, вам нужно осознать, что прятаться от проблем на работе не самое лучшее решение. Постарайтесь прямо сейчас уладить имеющиеся конфликты и устранить недопонимание, чтобы они не давили на вас и не делали вашу жизнь несчастной. Не следить за собой. Специалисты Эксетерского университета и Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что высокие люди со здоровым весом зарабатывают больше своих низкорослых коллег с лишним весом. Ученые считают, что у высоких и худых людей лучше развиты социальные навыки, у них выше уровень их эмоционального интеллекта и они увереннее в себе. Если же вы относитесь ко второй группе, то результаты этого исследования должны стать для вас стимулом придерживаться здоровой диеты и спортивного режима и начать больше времени обращать на свое здоровье. А если природа не наградила вас высоким ростом, на помощь придут туфли на каблуках. Если же вас устраивает ваш вес, то ничего не меняйте. Ваши профессиональные навыки и уверенность смогут опровергнуть даже исследования Гарвардского университета. Делать только то, что от вас ожидают. Бизнес-магнат Ричард Брэнсон говорит, что очень важно превосходить ожидания клиентов, а не просто выполнять их. Эта стратегия применима не только в бизнесе, но и в других аспектах жизни. Ведь самые яркие эмоции у нас вызывают те вещи, которых мы не ждем. Для того, чтобы показать свою заинтересованность в карьерном росте, постарайтесь выполнить немножко больше, чем от вас ожидают. Проявляйте инициативу, если видите, что ваша идея может сделать рабочий процесс эффективнее. Это как с вишенкой на торте – неожиданно и приятно.
А как вы считаете, друзья, эти советы могут помочь начать зарабатывать больше? Напишите свои ответы в комментариях под видео и не забудьте подписаться на канал. Ну а если вы уже подписаны, то нажмите на колокольчик и поставьте галочку, чтобы не пропускать ни одного нового моего видео. А теперь небольшой конкурс. В этом видео я спрятал 3 лампочки. Если вы их найдете и напишите время в комментариях, когда они появляются, то я упомяну ваше имя в следующем видео. Кстати, а вы уже подписались на мой второй канал Ренат Гуглов? Если нет, прямо сейчас подписывайся, переходи и подписывайся, и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. А на этом канале следующее видео уже завтра. Увидимся. Пока!